Я хочу сегодня показать мемориал семьи Ульяновых, который находится на Волковском православном кладбище, в той части, которая относится к музею городской скульптуры, литераторские мостки. Здесь похоронены мать Ленина и две его сестры, младшая Ольга и старшая Анна Ильинична, а также муж Анны Ильиничны Ульяновой, Елизаров, Марк Тимофеевич Елизаров. Найти этот мемориал очень просто. На литераторских мостках есть указатели, которые показывают, как к нему пройти. Вот если зайти через вход главный, и он же, собственно говоря, единственный вход в литераторские мостки, идти по направлению к церкви по главной дорожке, то возле церкви стоит указатель, показывающий на Ульяновскую площадку. И следуя этому указателю, легко дойти до этого мемориала. Мемориал был открыт в 1952 году прошлого века, то есть ему в этом году исполняется ровно 70 лет, дата эта как-то прошла незамеченной, ну и я полагаю, что, кстати говоря, что скорее всего он открылся летом, может быть даже в июле 1952 года, потому что именно в июле, ну, 1916 года скончалась мать Ленина Мария Александровна Ульянова, которая вот здесь похоронена, и на ее могиле памятник занимает вот этот вот во всем скульптурном этом ансамбле центральное место, вот посередине. Если стоять лицом к ней, то слева похоронены две ее дочери, Ольга Ильинична Ульянова, которая умерла совсем молодой, она младше Ленина была на год, и родилась она в ноябре 1871 года. А в 91 году, весной 91 года, она умерла от тифа. Она была вот здесь похоронена, на этом кладбище. На ее могиле был поставлен простой деревянный крест. Также, кстати говоря, кресты стояли и на могилах, и на могиле Марии Александровны Ульяновой. Но они были сначала деревянные, потом они были заменены на чугунные, а в 19 году чугунные кресты были заменены на гранитные саркофаги, которые позже вот, были заменены на вот эти вот уже памятники. Ульянова Анна Александровна Ульянова Елизарова по мужу. Она скончалась в Москве в 1935 году, ну, ее тело было кремировано, и прах ее был захоронен здесь же, рядом с матерью, сестрой и с мужем. Муж Марк Тимофеевич, бывший в первом правительстве в Совете народных комиссаров, комиссаром путей сообщений, он тоже похоронен здесь, он тоже умер от тифа. Вот памятник Марии Александровне Ульяновой, она умерла в 1916 году. На ее похороны Ленин приехать не смог, но он был, вот, кстати говоря, предпоследний раз в Петрограде в своей жизни, он был на похоронах Марка Тимофеевича Елизарова, вот, который умер в 1919 году. Он был министром путей сообщения, да, и вот это даже видно по памятнику. На памятнике вот эти вот украшения в виде таких агрегатов, цепей от паровоза. А упоминание о том, что он был министром сообщения, есть на памятнике. Не все об этом знают, но вот если памятник обойти и с обратной стороны посмотреть, там есть надпись, которая говорит, что вот, первый нарком путь 1917-1918. Он всего 4 месяца побыл вот в этой должности и ушел в отставку. Был он, кстати говоря, в этой должности по квоте от
возлагают здесь цветы. Что достаточно странно с точки зрения того, что он здесь не похоронен, но они чтят память его родственников, память матери Ленина. Вот такой вот памятник находится на литераторских мостках Волковского православного кладбища.